Всем привет! Меня зовут Мария Борисова, мне 28 лет. Я закончила мастерскую Владимира Валентиновича Меньшова. Играла в театре Сергея Безрукова в спектакле «Пушкин», играла в спектакле Владимира Николаевича Панкова «Заполярная правда». Участвовала в проектах у режиссера Славы Росса, у Ольги Музалевой. Занимаюсь дубляжом и озвучкой. Моим голосом говорит Шани в культовой игре «Ведьмак» или девушка, которая очень откровенно заигрывает с Брэдом Питтом в фильме «Тарантино. Однажды в Голливуде», тоже говорит моим голосом. Ну и много других проектов. И в том числе рекламных, где тоже звучит мой голос. Я рассказываю людям о погоде на канале ТВЦ. Немного пою, занимаюсь единоборствами. И читаю стихи, и пою романсы в музыкально-поэтическом концерте «Сотвори себе кумира» вместе с народным артистом и пианистом Юрием Розумом, где режиссером является Юлия Георгиевна Жонова. Готова к интересной работе. Спасибо.